Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на Войны Клонов. 11 серия, последние два эпизода осталось. Очень крутой мультсериал, особенно 7 сезон. Классная анимация, классные боевки, музыка, вообще все очень красиво, вкусно смотрится. И вот, ну, видимо, как мне пишут, последние 4 эпизода это вышка. Потому что 9-10 прям очень круто. И вот, мне кажется, последние два это прям вообще что-то очень крутое. Давайте не будем тянуть и посмотрим. Тихо! Где черный меч-то? Я чуть не понял. Ты правда схватила его? Я впечатлена. Так ведь хотел совет. И все же, это многим было не под силу. Твоему народу нужен новый лидер. Сестра пыталась им быть. Я ее идеализм не понимала. Темная сторона силы окружает канцлера. Если после уничтожения генерала Гривуса он не сложит в себя чрезвычайные полномочия, его нужно сместить с поста. Великую услугу республике вы оказали. Таким был мой долг гражданина. Но не джедая. Нет. В бой с противником вступил он. Значит, война может закончиться. Все зависит от канцлера. Прошу прощения, гражданин, но это информация для членов Совета. Не все сказала ты. Может, к Скайуокеру послание есть? Нет, мастер. Я думал, он там все уже. Серьезно, вы? Даже Молу из такого не выбраться. Что-то произойдет сейчас. Но он должен забежать. Он же потом появится в Хане Соло. Джедаев учат быть хранителями мира, а не солдатами. Республика получила отличных солдат, а я лучших друзей. Командор Рекс, поступило срочное сообщение. Послушаем. Вдруг вести о сражении генерала Кеноби. Иди. Уверена, новости хорошие. Ты должен выбрать. Не слушай его, Энакин. Джедаи так не поступают. Он должен жить. Его опасно оставлять живых. Умоляю. Он мне нужен. Выполнить приказ 66. Да, владыка. Рекс. С Энакином случилось что-то ужасное. О май гад. Найди его. Найди его. Петерня, найди его. Офигеть. Подстрелили, прекратить огонь. Она освободит Мову сейчас. Я надеюсь. Она, как и остальные джедаи, приговорена к казни за измену против республики. Так быстро все произошло. Сзади! Это устроил ты? Подумай, как будешь отвечать. Нет, нет. За этим стою не я. Мне не был известен замысел моего господина, но теперь... Он открылся мне. Он обратил армию джедаев против них самих. Только вместе мы сможем здесь выжить. Если ты будешь выполнять... Ты не так понял. Я с тобой не объединяюсь. Но я думал объединяться. Может, дашь мне для этого оружие? Я тебе успеха не желаю. Р7, нужна твоя помощь. Да знаю, знаю. Тихо. Вы сильно рискуете. Хорошо, тогда за дело. CT-5555 пострадал от ошибки в работе контролирующего чипа. Существует возможность, что у вживленных внутрь нас каминаанцами чипов есть функции, о которых мы пока не знаем.
Вот назад, так поздно назад. Все это узнается. Без оружия вообще. Ответьте, вы закрыли перегородку? Ну ему рука тут. Если вы слышите, закройте перегородку. Эй, а ну не мешаться. Тебе схемы закоротила? Где она? Я сзади тебя. Осторожно! Если они у них получится, если они сделают, то те послушаться могут, в принципе. Или пойдут против. Как скоро войдут? Джиджи. Сила течет во мне, и я едина с силой. Сила течет во мне, и я едина с силой. Сила течет во мне, и я едина с силой. R7, запусти операцию и удали его. Я не знаю, что будет, но без него нам все равно конец. Мне нравится, как она держит руку. Мандалорцам так же. А тот-то потянулся. Рекс? Ты в порядке? Уже лучше. Прости за случившееся. Офигеть. Я тебя чуть не убил. Всей великой армии республики было приказано выслеживать и уничтожать рыцарей-джедаев. Блин. Мурашки по коже. Классная серия. Печально то, что не успели. Она не успела поговорить с Энакином. И когда вот у нее там появился это типа видение, я подумал то, что это Мол ей толкает. Типа, вот смотри, что произойдет. Но это, походу, все вообще абсолютно почувствовали. Но в фильме так не показано. Там типа еще не в курсе были, кто все там начудил и так далее. Вроде бы. Не помню я сейчас уже. Ну чё, жесть. Хотелось бы, конечно, увидеть еще кого-то другого, но тут только Асока, видимо, будет. И в следующей, видимо, тоже будет Асока. По сути, нам просто все уже в фильме показали. Вот. Забавно так получается, типа, третий эпизод, он поделен. То есть, сначала часть с Дуку, потом 7-й сезон «Войны клонов», и потом дальше... А, даже нет. Часть сезона, потом этот момент с... как-то так. Поделен, короче, весь этот эпизод. Прикольно. Круто то, что Рексу все-таки помогли. Фиг знает, что произойдет. И сможет ли он как-то сам помочь, и послушают ли его его подчиненные, как бы, у них-то есть приказ, и типа их вообще ничего не должно останавливать. Вот. Также неизвестно мне, куда подевался черный меч, где оружие у Мола. Но они должны быть тоже, наверное, где-то на корабле. Или, может, просто уничтожили. Что там? Или он был у Асоки, по-моему. Она же прорубила. Вот. Куда Мол денется? Тоже хотелось бы узнать, потому что он потом появится. Блин, как печально все-таки, что вот в 7-м, 8-м, 9-м эпизоде главный ситх не Мол. Блин, как круто было бы. Я знаю, видел то, что планировалось такое что-то подобное. Это было бы куда круче, чем какой-то Сноук и Палпатин. Вот. Если бы был Мол, и у него какой-то свой ученик еще, это было бы круче. Да пусть даже Кайло Рен бы был учеником у этого Мола. И потом, может быть, он бы его убил.
Ну, это, конечно, вряд ли. Мола вообще сложно убить. Вот, ну ладно. Эта серия классная. Но самая крутая, видимо, последняя. У меня все... Все на этом здесь. Всем пока. До скорых встреч. Check it out.